Всем привет! Взяли вот такие вот вещи на противотуманные фонари. Хорошая вещь, очень яркая. Или как дополнительный стоп. Я, честно говоря, уже забыл. Вот интересно просто посмотреть. Нам надо из этого сделать красным. Светит она белым. И она проклеена вся. Вот корпус похожий на алюминий. Ну вот это вот оргстекло у нас, и я так подозреваю, и правильно я подозреваю, что это не разборная часть. Короче, здесь установлен светодиод, видите, один квадратик у нас. Мощность здесь никаких параметров не указано. В комплекте у нас идет только крепление винтовое. Взяли два штучки. Конечно, штука прикольная, но походу это не наш вариант, хоть и надежное такое крепление. Вот так оно выглядит в упаковке, то есть два штуки взяли. Задумка была сделать стоп-сигналы, но из предыдущего ролика вот эта вот лента, она в принципе это все заменяет, в принципе там все есть. Ну, противотуманный фонарь. Там, в принципе, такая возможность-то тоже есть, по идее. А нет, там нет такой возможности. Хотя бы один противотуманный фонарь. Надо, по идее, это сделать. По идее, два варианта есть решения проблемы. Это первое, покрасить лаком вот эту часть линзы с красным перманентом. Таким образом добиться красного излучения. Второй вариант — это непосредственно разобрать, и сам светодиод можно поменять на красный, потому что корпус сам получается — это дешевое решение, по крайней мере, и достаточно яркое и надежное решение, потому что алюминиевый корпус, все хорошо сделано, проклеено, но он не разборный, вот что плохо. То есть вклеено, повредится, не повредится при разборке — это вопрос. И еще один вариант — это сам светодиод разобрать опять-таки и покрасить в красный цвет. Есть такое решение. Там даже какие-то компоненты есть. По идее, там какой-то стабилизатор должен быть или преобразователь. Потому что светодиод у нас явно где-то около 10 ватт. То есть это квадратный чип где-то в центре стоит. Явно до него есть небольшое расстояние. И явно он не будет питаться от 14,4 вольт, потому что для него это много. У него там 9-11,5 вольт питания. Поэтому там где-то проглядываются номиналы какие-то. Конденсатор вижу, C1. Еще что-то там. V1. Вход питания. R2. Какие-то компоненты есть. Да, светит она прикольно. Надо показать, наверное. Я не знаю, что будет, если перепутать полярность, поэтому я постараюсь ничего не напутать. Так. Можно, конечно, просто вот так вот взять. У меня тут крокодильчики лежали. Светит очень ярко. Очень-очень. Но там получается где-то в центре у нас один квадрат, и вот по краям у нас уже слабее свет. Вот надо продемонстрировать. То есть вот видно, видите, кристалл. Сколько он закрывает? Примерно такой квадрат. Само решение неплохое вообще. Хотя вот такое предположение, что светит где-то вот именно... в центре. Но это он там больше 4 тоже закрывает. То есть он, получается, берет светодиод, падает свет сюда. И он пучком все это дело направляет, и маленькая точка получается. Точка примерно вот такого вот диаметра. Но получается, я бы как ни закрывал, все равно эта точка на потолке вот сейчас у меня есть. Вот эта точка, вот я наполовину закрыл.
Вот видите, наполовину закрыл. Тем не менее, точка осталась. Вот открыл полностью. Одна полоса, вторая полоса, третья полоса. Вот видите. Вот такие вот дела. Но светит она достойно. Зайчик такой хороший. И получается, очень далеко пробьет. Ну и плюс алюминиевый корпус. Вот начинает греться. Хорошо отводит тепло. Вот посмотрите. Вот что я и говорил. С центра у нас явно видно. Идет тепло. Странно, камера засвечивает. Но сильно много тут показывает. Получается, я вижу. Прям... А на камеру столько цветов не передает. Ну да ладно. Вот, в общем-то, как у нас все дело обстоит. Температура у нас уже под 70 градусов. Видно, что увеличивается. 69,7, 70, 70,5, 70,7, 71. В принципе, растет. Вот центр. У нас вот здесь как раз очажок и сам светодиод, как я и говорил. Давайте посмотрим, какой у нас будет ток. Проверим чисто так, из любопытства. Так, ток потребления составляет 0,8 ампера. 0,8 ампера, 0,88 даже почти ампера. 0,9 ампера. Ну, с прогревом немножко увеличивается. Вот. А может, и контакт из-за того, что я прижимаю. 0,9 ампера. И напряжение у нас составляет 11,3 вольта. 11,3 вольта умножить на 0,9 ампера. 10 ватт. В общем, в принципе, так оно и есть. Вот такое интересное решение. Вот кто увидит, может, он подобное искал. Жаль, по идее, не наш вариант. Но у нас дубль есть. Я надеюсь, с дублем останемся. А это уже другому родственнику, наверное, передарится. В общем, вот такое вот решение. Может, кому пригодится данная информация. Вот такие два фонаря. На этом я говорю спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока.